Глава попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин заявил о несостоятельности нынешней модели успешности человека, сообщает Интерфакс. Успешный человек в дегуманизированной звериной системе координат – это тот, кто может пожрать всех остальных и в этих условиях целесообразно возвращение к фундаментальным вопросам бытия человечества, обозначенным в значительной мере в дискурсе Нового Завета, сказал он. Якунин напомнил христианский императив гуманизма – возлюби ближнего, как самого себя, и первую заповедь – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. И эти заповеди не только не противопоставляются друг другу, а представляют так, как неразрывно связанные между собой. В этой связи и заключается ключ к нравственному оздоровлению, соединению высших ценностей человечества с ценностью человеколюбия, сказал он.